Всем привет, вы на канале Просто Play. Сегодня у нас арена онлайн. Здесь все классно и замечательно. Мы прокачали нашему персонажу 40 уровень. Теперь у нас есть 40 силач. Кто еще не в курсе, мы запустили онлайн проект, в котором постараемся сделать 2500 долларов до конца года. И если мы наберем 10 тысяч подписчиков, все наши аккаунты, которые будут принимать участие в этом проекте, мы разыграем среди наших подписчиков. Поэтому не стесняемся, подписываемся, ставим лайки, принимаем активное участие в жизни канала. Ведь все, что мы делаем, делаем именно для вас. На этой неделе я активно припотел в чертогах. Это так называемый мини-ивент. Я получал раз в сутки вот такие замечательные ключики. Ледяной ключ. Прыгал в локацию, где в отдельную, где убивал монстриков, потом убивал босса. Здесь это ледяной дракон. И получал ледяные кристаллы. После ледяной кристалл менял на ларчик и клацнул два раза на ларчик, мы получаем шкатулку. Шкатулка нам нужна как для того, чтобы держать хранителя, чтобы в конце года получить шмот, так и возможно мы со шкатулок выбьем зеленый камень, получим арт плюс 3. Все это я рассказывал в прошлом видео, кому интересно, можете посмотреть, там я подробно старался рассказать, что мы планируем делать и как. Сейчас у нас уже есть 48 потенциальных шкатулок, вот еще 2, это уже 50, также у нас есть 320 криков, 12 криков это тоже можно обменять на одну шкатулку, это еще где-то 25, но грубо говоря пол хранителя мы уже получили. За полмесяца пол хранителя 40 уровень, это очень-очень неплохо, я честно думал будет пожестче. Так как времени не сильно, но тем не менее я припотел, постарался. Ну, как я и говорил, во всех играх принцип игры примерно одинаковый. То есть квесты, ивенты, боссы, собери то, принеси это. Здесь все так же. Но единственное, что нужно, это куча времени. Куча времени и особенно желания. Мы стараемся, мы потеем и в конце года постараемся этот аккаунт продать какому-то дяденьке или тетеньке, которые не хотят задротить и качать, но хотят хорошего персонажа, чтобы просто активно воевать. Мы будем продолжать в том же духе, будем держать вас в курсе, как развивается персонаж, сколько процентов прокачано, сколько шкатулок собрано. Возможно, даже в конце недели откроем все шкатулки. Если соберем 150, откроем шкатулки, так как сейчас идет ивент, со шкатулок падают маки. И собрав маки и еще 3 вида цветов, можно собрать разные букеты и получить тоже хорошие бонусы. Об этом я вам расскажу также потом, либо можете прочитать на сайте, официальном сайте Арены Онлайн. На этом все. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться, ставить лайки и следить, что да как у нас идет. Всем спасибо еще раз. Всем пока.